Заплати и иди спокойно. Муниципальные платные парковки в столице набирают популярность. Уже 2 года в Чебоксарах работают 4 парковочные зоны. И это не предел, отметили в городской администрации. Железнодорожный вокзал, улица Ленинградская, проспект Ленина и деловой проезд. Почти 300 парковочных мест приходится на эти 4 точки. Стоимость парковки – 10 рублей за первые 2 часа, за последующие – 30 рублей в час. За полгода платными парковками воспользовались более 100 тысяч автолюбителей. Тем самым в казну города поступило почти 300 тысяч рублей. Проводился мониторинг загруженности парковочных мест в научно-дорожной сети и опрос граждан на портале «Открытый город» о расширении муниципально-платных парковок. По результатам проведенной работы предлагаем организовать дополнительно более 500 парковочных мест по 19 адресам в центральной части города. Считаю, что нужно предложить разные варианты. 15 минут бесплатной стоянки, час бесплатной стоянки, а где-то может быть и 2 часа бесплатной стоянки. А все остальное платное. О результатах проинформируем в августе при согласовании. С горожанами будем внедрять. Горожане тоже могут принять участие в выборе территории для платной парковки. Голосование сейчас идет на портале «Открытый город».